Подведены предварительные итоги единого госэкзамена по базовой и профильной математике, информатике, географии, а также истории и химии. И результаты ЕГЭ по базовой математике и информатике сопоставимы с прошлогодними. В Ивановской области ЕГЭ по математике сдавали более 3500 человек, из них не справились 49. Они смогут пересдать экзамен в резервный день 25 июня. Что касается информатики, то в этом году предмет пользуется большей популярностью. Число участников, которым удалось преодолеть минимальный порог, составило 88%. Высший балл по информатике получили двое выпускников ивановских школ. Предварительные результаты по географии говорят о том, что выпускники этого года предмет знают лучше. Есть также двое стобальников. Химию на 100 баллов сдали сразу трое выпускников ивановских лицеев номер 1, 22 и 67. Есть один стобальник по истории. Напомним, узнать результаты экзаменов выпускники могут в личном кабинете на портале ЕГЭ.